Всем привет! Сегодня у меня в ремонте Mazda. Машина маленькая, дома ремонт будет легкий. Ладно, загоняю машину в гараж, сниму пленку, и мы лучше увидим все повреждения. Итак, давайте посмотрим. Это основное повреждение. В этом месте очень сложный ремонт. Здесь стыкуются и лобовое стекло, и крыша. Здесь ремонт легче. На крыле вмятина и небольшое повреждение двери. И передний бампер. Но эту работу будут делать другие мастера. Ладно, разбираю передок. Ремонт начинаю с крыла и двери, потому что их и бампер повезут красить отдельно. Теперь снимаю крыло и заканчиваю ровнять.
Переднее крыло сделано. Теперь ставлю крыло на место и проверяю зазор между крылом и дверью. Немного подправляю. Теперь все чудненько. Теперь я отремонтирую рамку лобового стекла. Теперь удаляю кусок обшивки с рамы. Отравляю ее отдельно. Теперь подровняю часть рамы на машине. Примеряю лобовое стекло и корректирую рамку.
Итак, все отлично. Теперь я отравняю несколько вмятин на раме. Для этого я буду использовать споттер. Здесь работа закончена. Теперь отравняю удаленную часть. Прибираю ее, подгоняю и свариваю. Итак, сварочные работы закончены. И работа с металлом тоже. Теперь буду шпаклевать, грунтовать и красить рамку в черный цвет.
Итак, рама покрашена и остальные детали привезли с малярки. Собираю. Ремонт этой машины закончен. На этот ремонт ушло 57 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!